это уже муха с подвесом шарика. Дразнящая, а потом медленная. Я, видите, раздразнил, а тут спокойненько. Попалась хорошенькая.
толчок. Удар какой. А такая пластичка завтра. Ну что, дорогие друзья, прекрасный день заканчивается. Супер, и на мотыля половил, и подлещика половил, и плотву половил, и на безмотылку даже половил. Сейчас последнюю лунку. Супер. И плотву половил, и подлещика половил. Ну, подлещика я не упираю. Я час, чуть больше, ну, час где-то. Четыре лунки прошел. И все. Вот она. Видите, смотрелочка притормозила. Плотвичка хорошая. Вот она. Сначала я на гвозди кубик. Ну, что-то... Ей он не очень понравился. А вот муха серебряного цвета, ну, никелевого цвета, с подвесом шарика. Шарик желтенький. Отлично отработала. Так, еще пару проводок. Я один проход по лункам сделал с мотылем. И попутно где самые хорошие лунки. Ну, все хорошо. Прикормка хорошо привлекла рыбу. Лещевая. Она хорошо муть дает. Что леща привлекает, что плотву. Я потом по шарику закинул лунку. В каждую лунку. И потом после этого... Проход с безмотылкой. Ну, крупной плотвы нету. Нет, сход был хороший. Ладно. Перед смертью не надышишься, как говорится. И жил бы на рыбалке. Ой. Если не хочет дразнящую проводку, а потом... высокочастотную. Ну, я ползимы ловил с мотылем, чуть-чуть разучился. Ну, уже надоел подлещик, леща. Это такое дело. Ладно. Что я поймал на безмотылку? Здесь была плотина, и, наверное, этот самый кинул. Килограмма два.
Только на безмотылку. Вот такая вот плотва и окунь. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, ну где-то два десятка.